Здесь гибнет много наших кораблей. Англичане полагают, что причины надо искать на Санчелине, где находится база Люфтваффе. Они направили в район трофейное итальянское судно «Орхидея» на разведку. «Орхидея» была оснащена новейшими средствами радиоперехвата. В результате подтвердились наши худшие опасения. У фашистов новое чудо-оружие. Спасшиеся с потопленных кораблей говорили о какой-то новой ракете. Самолет выпускает радиоуправляемую ракету и с убийственной точностью наводит ее на цель. Судно должно было прослушивать вражеский радиоэфир, чтобы выяснить положение дел. Даже если придется заплатить за это высшую цену. Надо узнать, что дальше готовят нам фашисты, и как эти планы сорвать. На острове находится один из высших чинов Люфтваффе, генерал Тобиас Шмидт. Не секрет, что Гитлер высоко его ценит. Взять Шмидта живьем вряд ли удастся. Да и он ни за что не предаст любимого фюрера. Но при нем могут находиться ценные документы. Мое задание – убить Шмидта и всю его генеральскую свиту. И унести ноги. Гибель тех моряков не должна быть напрасной. Я узнаю все, что смогу о новой ракете немцев. Нужно устранить Шмидта и поискать у него сведения о новой ракете. Шмидт не единственная мишень. Нужно устранить и других офицеров. Надо перепрыгнуть. Путь один. Наверх. Вот и все.
той башни открывается хороший обзор. Поближе. Thank you.
Вилла. Здесь больше нечего искать. Ники Кеслер. Вот и мишень. Конец сообщения. Thank you.
лучше поступить. Занавес, приятель. Не зачистит ли КПП?